Итак, мы подходим к концу нашей школы. Она не случайно была посвящена когнитивным нейронам. Это наиболее странная вещь в современной нейронауке. Та, которая связывает такие далекие домены, как клеточную биологию и психологию. И нам очень важно разобраться. И я попробую в этой завершающей лекции сделать некоторый обзор состояния дел и нерешенных проблем, куда мы должны двигаться. Но вначале я хочу сказать, что эта лекция составляет единое целое с семинаром по оптическим методам, потому что новые методы исследования мозга на клеточном уровне и, прежде всего, оптические, позволяют нам сегодня проникнуть в таинственные вопросы когнитивно-специализированных нейронов. Я обновил презентацию, которую показывал вам на семинаре. Она будет у нас на сайте. Просто это некоторый анонс того, что там есть. Это то, что мы с вами разбирали. Это обзор, который я очень рекомендую, который написан группой экспертов в области оптических методов в 2022 году. Это наша с вами доска, wish-list. Значит, дальше я сделал следующую вещь. Я перевел ее в таблицу и отметил в ней зеленым те вещи, которые достижимы с помощью оптических методов. Красными квадратиками – это то, что из этого листа пожеланий уже возможно или, как я оценивал, будет возможно в ближайшие 3 года, а такими значками бесконечности – это то, над чем ведется работа. И, в общем, тоже сдвинемся. Я хотел обратить ваше внимание и порекомендовать почитать проект Brain Initiative, американский проект по нейротехнологиям в области мозга. В этом проекте группа ведущих американских нейробиологов работала над программой 10-летней исследования по проекту и опубликовала такой white paper, дорожную карту по проекту до 2025 года. И вот здесь отмечены основные задачи, которые ставятся в этом проекте. Это очень похоже на ваши собственные пожелания. Если вы откроете более подробно, довольно толстый материал, то там расписаны шаги по реализации каждого из этих пунктов, и это очень близко к листу, который есть в нашей школе. Я хочу подчеркнуть при этом, что задачи, которые ставятся в этом проекте, это то, что мы хотим сделать и для понимания когнитивно-специализированных нейронов. Как вы видите, анализ сетей взаимодействующих нейронов – это особенно перспективная область для революционных открытий. И важнейшая миссия Brain Initiative является цель номер 7 – интеграция новых технологических и концептуальных подходов при работах с целями 1.6 для решения вопросов о том, как динамические паттерны нейронной активности становятся мышлениями, эмоциями, воспринятием и принятием решений в здоровом больном мозге. Это прямая связь с тематикой нашей школы. Дальше я для вопросов, которые были в этом листе пожеланий, сделал список ссылок и иллюстраций, отвечающих на эти вопросы. Вы можете посмотреть это в презентации. А дальше у нас с вами был
фрагмент, которому я еще раз вас обращу. Что еще было упущено в вашем листе пожеланий? И я не буду отвечать на этот вопрос, подумайте сами, но это имеет прямое отношение к тематике сегодняшней лекции о когнитивно-специализированных нейронах. Каких методов вы не пожелали еще, которые нужны для того, чтобы понять феномен когнитивной специализации нейронов и сетей? Ну и так, когнитивные нейроны, что они значат? Если помните, я приводил эту знаменитую цитату из Лейбница в «Монадологии». Это то, почему когнитивная специализация нейронов является столь необычным. Здравый смысл не подсказывает, что внутри мозга, в нервных клетках, таких, как и остальные клетки, мы можем найти элементы, которые связаны с мыслями, концепциями, чувствами, восприятиями. Одни из первых экспериментальных работ в этой области были сделаны Джоном Акифом в начале 70-х годов и вместе с Мейбрит Мозер и Эдвардом Мозером, его постдоками, работавшими какое-то время у него, а потом в своей независимой лаборатории и институте, они получили Нобелевскую премию 2014 года. И ключевой идеей, концептуальной, если говорить о том, как обобщались экспериментальные данные, была идея Акифа и Лина Надала, знаменитой книжки «Гиппокамп как когнитивная карта», состоявшая в том, что в гиппокампе есть когнитивные элементы, в том числе нейроны места, и прежде всего, которые способны формировать когнитивные представления, когнитивную карту, то есть высшие психические процессы. План моего сегодняшнего рассказа. Накапливающиеся данные по различной когнитивной специализации нейронов, которые показывают, что не все так просто с когнитивной картой и нейронами места в гиппокампе, и не только в гиппокампе. Вопрос, что же такое когнитивные нейроны? Разные варианты решения этого вопроса. Ключевой вопрос, вынесенный в название лекции. Как возникают когнитивные нейроны? Откуда они берутся? Ведь мозг состоит из обычных клеток. И в эмбриональном развитии это популяции клеток тела. Откуда берется когнитивная специализация? И последний вопрос, что они означают, что за смыслы несут эти клетки. Накапливающиеся данные говорят, в частности, что нейроны гиппокампа и интерренальной коры в средах непохожих на ранее исследованные ведут себя способами, не похожими на ранее установленные. Параметры пространства отражаются в активности не только нейронов гиппокампа и интерренальной коры, но и многих других структур мозга. Активность нейронов гиппокампа и интерренальной коры связана не только с параметрами пространства, но и многими другими аспектами поведения среды. И различные когнитивные специализации есть у нейронов многих других структур мозга. Пройдемся по этим данным последних лет, последних и не только лет. Нейроны гиппокампа и интерренальной коры в средах, похожих, не похожих на ранее исследованные, ведут себя способами, не похожими на ранее установленные.
Но вот здесь одна из недавних работ из лаборатории Кэт Джеффри, показывающая трехмерный лабиринт. Мы о нем слышали в обсуждении с Бужаки и немного у Лановского. Смысл перевести навигацию крысы в дополнительное измерение. И что будет с нейронами решетки, которые имеют регулярную структуру в двухмерной среде? И ответ: решетка рассыпается, образуются другие совершенно группы полей, такие блобы, некоторые из них пятна более крупные, некоторые мелкие, ничего похожего на гексагональную структуру. То же самое было достигнуто в экспериментах Улановского. Я просто напоминаю здесь, в условиях регистрации нейронов из натурально трехмерно навигирующих летучих мышей. Вновь нарушение гексагональной структуры, совершенно другие организации. Еще одна работа из лаборатории Лановского, которую мы тоже слышали. Если перевести в регистрации нейронов гиппокампа у летучих мышей их в натуральные задачи, похожие на их навигацию в природе, то оказывается, что одна и та же клетка в гиппокампе может первая кодировать множественные поля места. Второе, что эти поля места могут иметь очень разные размеры, от 50 сантиметров до 30 метров. И это совершенно не похоже на идею регулярного покрытия пространства в навигации у грызунов в лабораторных условиях, где там поле места имеет около 15 сантиметров. Как формируются эти поля места в момент навигации у летучих мышей? Откуда они берутся? Почему их берется много? Значит, нейрон может быть в одной и той же среде, в длинном туннеле, специализированном многократно. В какие моменты это возникает? Мы видели, что в работах Улановского ответы на эти вопросы еще не получены. Они только знают, что нейроны появляются достаточно быстро с такими специализациями. В течение одного дня, первой ночи, когда она летает. Но мы также видели, что мышь летает там десятки раз, если не сотни раз за ночь. Способна покрыть расстояние до 20 километров. Поэтому вопрос о том, откуда же возникают такие поля, что в это время происходит, еще не раскрыт. Другой набор фактов. Параметр пространства отражается в активности не только нейронов гиппокампа, интерренальной коры, но и многих других структур мозга. Я приведу здесь буквально пару необычных работ. Одна из них показывает, что в соматосенсорной коре у крыс при регистрации, когда задается вопрос, нет ли там показателей, похожих на нейроны места в гиппокампе или нейроны решетки, оказывается, что корковые нейроны способны, первое, демонстрировать отчетливые поля места. Второе, они также способны
демонстрировать формирование решеток. Это места разряда у соматосенсорного нейрона в коре головного мозга, которые спросили, способен ли он это сделать. Они способны образовывать не только регулярные, но и нерегулярные клетки-решетки. В нейронах коры можно найти соматосенсорной коры и клетки направления движения головы, которые всегда считалось, относятся к гиппокампальной системе, субикулуму, и клетки границ, свойственные, открытые мозерами для интерренальной коры. И более того, для ряда нейронов есть двойные свойства. Клетка может быть и одновременно клеткой места, и клеткой направления движения головы. Или может быть клеткой границы и клеткой направления движения головы. И клеткой решетки и направления движения головы и так далее. Рассыпающаяся феноменология, которая не укладывается в нормы и парадигмы, сложившиеся за последние 40 лет в этой области. Здесь что-то не так. Ну вот еще одна работа, показывающая, что пространственные карты и отражение пространства может быть детектировано и в нейронах перифорной коры, обонятельной коры. Куда уже дальше от гиппокампа? Еще набор фактов, которые все больше и больше накапливаются. На них обращали внимание люди и раньше, но игнорировались в парадигме Нобелевской премии о нейронах места. Хотя были получены в работах исследователей, собственно, и получивших Нобелевскую премию за эти исследования. Это работа, ранняя работа Мозеров, где они исследовали разряды нейронов гиппокампа в кольцевом водном лабиринте. Это арена, которая сделана в виде водного бублика, где крыса плавает, и в каком-то месте есть платформа, которую крыса должна найти, и она скрыта под водой, и может вылезти и передохнуть. И здесь показано, что нейроны места, не просто так нейроны места, которые покрывают пространство, они имеют тенденцию группироваться в местах нахождения предполагаемой цели, которую животное извлекает из памяти обученная, потому что цель не видна, она под водой. Группа японских авторов, Такитоши Оно, Нишиджи, очень давно обращали внимание на то, что нейроны места формируются в зависимости от целей, которые преследуют животные и связаны с местами, где достигаются эти цели. Они, в частности, делали ситуацию, когда заставляли мышь крысу преследовать игрушечную машинку и получать подкрепление за ее достижение. И в тех местах, где достигался этот результат, концентрировались нейроны места у животного. Другие данные, показывающие, например, что нейроны гиппокампа, те же самые, которые считаются нейронами места,
участвуют в обратной связи, обратной ориентации об успехе достижения тех или иных результатов. И авторы дают этому название Reward Direction Sales. Мы помним, что это те же пирамидные клетки С1 гиппокампа, которые другие авторы регистрируют в других экспериментах и рассматривают с точки зрения места и нейронов места. Другие исследователи вводят понятие value place fields, то есть полей ценностей в гиппокампе, связанные тоже с целевыми характеристиками поведения и поведенческих актов в опыте животного, и определяют их не только у грызунов, но и у приматов. То же самое происходит в энтеринальной коре. Долгое время считалось, и Нобелевская премия была получена на пике этих представлений, что энтеринальная кора имеет решетчатое представление полей, которые развиваются в онтогенезе и являются жесткими, инвариантными и никак не отражают опыт животного, обучение, его цели, задачи и так далее. Но накапливаются данные, вот вышли две статьи в Science в 2019 году, которые показывают, что если брать, регистрировать животных в ситуации, когда их учат вот в такой cheeseboard task, где они, выходя из укрытия, находят места, где расположена пища, и регистрировать нейроны энтеринальной коры до этого, во время обучения и после обучения, то оказывается, что распределение клеток решетки, то есть полей решетки в клетках энтеринальной коры, претерпевает существенные сдвиги в сторону мест, где находится пища, то есть является опыт зависимый, модифицируемый обучением. Другая работа из Science, буквально парные работы другой группы авторов, которая показывает то же самое. В исследованиях не только на животных, но и у человека. Долгое время вообще это шло как независимые линии исследования, потому что в регистрации нейронов гиппокампа у человека использовалась парадигма предъявления разных изображений, а не навигации и нейронов места. И из этих экспериментов, из группы Ицека Фрая, который работал при этом с Криштофом Кохой, Квирогой, десятки работ, ясно, что нейроны гиппокампа у человека способны быть специализированными, селективными относительно каких-то индивидуальных концептов или концептов персон, или концептов объектов, те же нейроны гиппокампа. И модуляция активности в этих нейронах также происходит в зависимости от задачи или от цели. Вот здесь показана работа, где регистрировали нейроны гиппокампа у человека, и миндалины тоже, нас будет интересовать пока гиппокамп, и показывая им изображение лиц, просили оценить, насколько можно доверять тому или иному лицу, это была одна задача, и насколько оно является доминантным, то есть это персона. И вот здесь показано распределение нейронов. Смысл основной этого в том, что в зависимости от задачи, с которой человек смотрит на это,
нейроны этих лиц, то есть специализированные относительно этого, подвергаются существенным сдвигам. Тоже зависит от цели поведения. Различные когнитивные специализации есть у нейронов многих других структур мозга. Ну, просто как пример из человеческих нейронов. Это нейрон, который селективно активируется на образ или идею исследователя, экспериментатора, работавшего с пациентом при регистрации нейронов. Они встретились впервые во время этих экспериментов, и среди других нейронов, которые были зарегистрированы у этого пациента, был найден нейрон, специализированный относительно этого экспериментатора. Недавно вышла работа, показывающая, что такая специализация происходит буквально за один день. То есть вчера первый день регистрации, а на следующий день, извините, у испытуемого находят нейроны со специализацией относительно работавшего с ними ученого. И почему я про это говорю? Это не нейрон гиппокампа, это нейрон миндалины. Рассыпается специализация в отношении тех или иных структур. Кроме того, есть и другие направления исследований, которые развивались достаточно независимо в нейрофизиологии, но сейчас наступает момент, когда ясно, что необходима общая картина и необходимо сводить это все вместе. Одно из таких направлений – это нейроны лиц в зрительной коре. Они были впервые обнаружены Чарли Гроссом в 1972 году в мозге у макак. И дальше целая серия исследований, показывавших их селективность. Вот здесь, например, лучшая реакция, худшая реакция нейрона, изображения, которые для него являются привлекательными или непривлекательными. Опять лучшее, то есть рецептивное поле на лицо макаки, и худшее, ёршик, который знаком макаке по неприятным событиям. Работы логотетиса, знаменитые сейчас уже работы Дорис Цао и так далее, и так далее. Огромный материал в этой области, показывающий существование таких специализаций. Недавно вышла работа, впервые регистрирующая эти нейроны лиц в мозге у человека в области, которая была идентифицирована с помощью функционально-магнитно-резонансной томографии как отвечающая на лиц. И исследователи пошли туда и начали смотреть нейроны, и вы видите, что и на уровне отдельных нейронов single unit analysis и multi-unit analysis эти нейроны дают специфические пики активации на лица. Или, что интересно, достаточно высокие на искусственной картинке с лицеподобными свойствами. Вот посмотрите на эту стиральную машину. И как контроль, если ничего похожего на лица нет, то эти нейроны не демонстрируют никакой активности. Очень перспективное новое направление
Это работы из лабораторий Маргарет Ливингстон и Габриэла Креймана, использующие искусственный интеллект. Они создали программу, которая называется X-Dream, генерирующую случайные изображения во время регистрации нейронов из зрительной коры мозга макак и подстраивающие изображение под максимизацию ответа нервной клетки. Таким образом, чтобы создать такое изображение, которое является максимальным когнитивным рецептивным полем для этой клетки. Иначе говоря, клетка наиболее возбуждается на это изображение. Абсолютно беспристрастно, независимо от набора стимулов, которые обычно стандартно берут из YouTube, Google и показывают в экспериментах такого рода. Ну вот можно видеть, что это набор изображений, на которые нейроны давали максимальную активацию созданной программой X-Dream. И вы можете с определенной фантазией находить некоторые свойства реальных объектов, похожих на лица. А это другой набор тоже созданных максимально активирующих нейрон изображений, то есть то, что он в кавычках видит лучше всего, когда к нему приходят синаптические притоки, не связанных с лицами. Поиски таких нейронов приводят к тому, что специфические активации наблюдаются на лице не только в мозге у обезьян или у человека, но в мозге у овец, например, работы кембриджской группы, или даже у птиц, у голубей. Что же мы на самом деле имеем? Что это такое? Как это можно концептуализировать? Ну вот на одном из слайдов в презентации Валерия Макарова вы видели историю развития теоретических представлений о том, что это может быть, начиная с Уильяма Джеймса. Я бы, кстати, добавил туда среди теоретических идей практически одновременно с Уильямом Джеймсом в конце XIX века Фрейд сделал набросок проекта объективной психологии, нейробиологического проекта, который оставался долгое время неопубликованным. Мы его опубликовали только в 50-е годы нашего века. И там он разделяет нейроны мозга на несколько типов, и один из них, омега-тип, это нейроны когнитивные, нейроны сознания. Но более поздние идеи, связанные с представлениями Джерси Конорского, что должны быть нейроны, которые связаны с знанием в мозге, специализированы относительно тех или иных элементов знания. Он назвал их гностические нейроны. Концептуальные клетки – это то, как определил нейроны когнитивно специализированные Родриго Куин Кирога. Некоторые называют это также семантическими нейронами. Ну и мы видели нейроны места, нейроны целей и так далее, и тому подобное. Примеры некоторых из них я приводил. Получается многопараметрическое пространство, которое в эмпирических данных никак сегодня не сведено. Например, есть противоречие. Существуют ли концептуальные клетки не только в области гиппокампа, но и в других областях коры головного мозга? Квирога считает, что концептуальные нейроны есть
лишь в системе гиппокампа и медиальной височной доли, что в коре нет нейронов, которые были бы связаны с концепциями, тем более с индивидуальными концепциями, такими как конкретно человек и так далее. С другой стороны, он же считает, что нейроны в гиппокампе, которые относят к нейронам места, это не те нейроны, которые они регистрируют в этом же гиппокампе, которые они считают концептуальными клетками. Потому что нейроны места способны быстро модифицироваться в зависимости от обстановки контекста, а нейроны концептуальные клетки по Кероге инвариантно кодируют ту или иную концепцию вне зависимости от обстоятельств и условий. Как одни и те же клетки в гиппокампе разделяются на эти категории? Лежат ли они рядом? Одни ли это и те же нейроны? Способен ли нейрон быть одновременно и концептуальной клеткой, и нейроном места? Еще один вопрос, как это распределено по разным видам животных? Опять позиция Кероги, который много посвящает теоретическому анализу этого вопроса. У грызунов, у приматов, в отличие от человека, не существует концептуальных клеток. Вот устойчивое утверждение из работы 2019 года, что хотя животные ясно, что имеют представление о концепциях, что не хватает или отсутствует, это четкое представление репрезентации таких концептов в активности отдельных нейронов в областях, связанных с памятью, в частности, гиппокампа. И поэтому он считает, что концептуальные клетки – это достижение, только связанное с эволюцией человека и языка. Но вот другая работа, кстати, опубликованная в 2007 году, за 12 лет до обзора Кероги. Это работа группы Джо Цена, где они демонстрируют наличие клеток концептов гнезда в том же самом гиппокампе, в memory area, про который писал Керога. Вот смотрите, значит, это клетка, которая активируется, разные виды, только когда мышь попадает в место, которое она может рассматривать как место гнезда или для строительства гнезда, также место для подстилки. И когда есть такой объект, то нейрон очень селективно активируется. Если это другая мисочка, в которой находится вода, то нейрон не активируется. Если это кусок ограды, то не активируется. Если, ну и другие объекты не активируются. Более того, это представление, концепт для гнезда у мыши также инвариантно, как требование к концептуальным нейронам, которые предъявляет Кероги. Иначе говоря, неважно, является ли это гнездо круглым, квадратным, треугольным, является ли оно металлическим или пластичным, или из фарфора. Точно так же, как Дженнифер Энистон, или даже слова о Дженнифер Энистон, инвариантны для клетки концепта в гиппокампе у человека, точно так же в гиппокампе у мыши, если хорошо поискать, мы можем видеть такие нейроны. Ну и вот здесь показано видео,
того, как это происходит.